Привет всем, кому нравятся археологические открытия! Мы продолжаем наше виртуальное путешествие по местам Авраама. Фил, где это мы оказались в этот раз? Мы находимся в городе Дан, рядом с уникальными воротами. Это древнее сооружение ханаанского периода Бронзового века. Как полагают археологи, эти ворота были построены около 1750 года до нашей эры. То есть им почти 4000 лет? Вот это да! Чем же они уникальны? Это самые древние найденные ворота с кирпичной аркой. Они были обнаружены не так давно, в 1979 году. Верх ворот имеет две башни и горизонтальную структуру. Чтобы предотвратить обрушение, местные жители завалили ворота песчаной темной землей. Благодаря этому арка сохранилась до наших дней. Но почему мы здесь оказались? И как эти ворота связаны с Авраамом? По преданию, именно через эти ворота проходил Авраам на пути к освобождению Лота. Их даже назвали «Ворота Авраама». Подожди, Фил, избавление Лота от чего? Это про то, как были уничтожены Содом и Гоморра? Нет, эта история случилась еще до этих событий, когда Лот со своей семьей только поселился в городе Содом. Напомни мне эту историю. Вавилонский царь Нимрод, объединившись с еще несколькими правителями, собрал огромную армию и напал на город Содом. Они разбили войска Содома и Гоморры в пух и прах и разграбили города, а всех жителей увели в плен. Племянник Авраама, Лот, тоже попал в плен. Ах, да, что-то такое припоминаю. Когда Авраам услышал, что Лот попал в беду, он тут же отправился освобождать своего племянника. Верно? Верно. Ночью Авраам и несколько его слуг напали на город Дан, где находился царь Нимрод и его союзники, победили их и освободили всех пленников, в том числе и Лота. То есть, возможно, Авраам проходил через эти самые ворота, когда совершал спасательную операцию? Да, вполне вероятно. Царь Содома, наверное, был так счастлив, что Авраам помог ему избавиться от его врага. Да, за свое освобождение он предложил Аврааму любую награду, но Авраам ничего не взял. Точно, Аврааму не нравилось место, в котором поселился Лот, потому что оно было наполнено злом, грехом и развратом. Он не хотел иметь ничего общего с этими людьми. Удивительно, хотя Авраам был не согласен с выбором своего близкого человека, он все равно пришел на помощь, когда тот оказался в беде. Друг, желаю тебе сохранить доброе сердце и спешить помогать близким и друзьям, даже если ваши пути разошлись.